sevildiğim, güvende hissettiğim tek yer burası. Sadece başımı senin omzuna yasladığımda huzur hissediyorum. İkaz çoluk çocuğa yapılır. Ama ben çocuk değilim artık. Baba! Dilan ne zaman baksa gözlerindeki hayal kırıklığını görüyor. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Дилан обнимает барана в саду особняка и говорит: «Это единственное место, где я чувствую себя любимым и в безопасности. Я чувствую себя умиротворенным только тогда, когда кладу голову тебе на плечо». После того, как госпожа Азади ловит Феррата и Гуля в комнате, Феррат больше не может терпеть их поведение и говорит, что предупреждение дано детям, но я больше не ребенок. Баран хватает Феррата за воротник в его кабинете. С ними Джихан и Хасан, и Джихан держит барана за руку, чтобы остановить его. Пока Дилан находится с мистером Бараном и Кудретом в саду особняка, она поворачивается и зовет отца. По звонку Дилана господин Сейд поворачивается и смотрит. Говорит господин Сейд: «Я вижу разочарование в глазах Дилана, когда он смотрит на него. Госпожа Сабиха очень злится на себя за то, что она сделала с Диланом. Она кричит: пусть эта комната будет разрушена, эта комната будет разрушена». В комнате, где она ее мучила, пинает цепь, которая связывала ногу Дилана, и падает на кровать и плачет. Пока дядя Ахмед говорит, что человек должен выражать то, что у него на сердце, не отягощать язык своими словами, отдавать бремя обладателю слов, Дилан поправляет медальон от матери перед зеркалом. Затем они идут рука об руку с бараном в саду особняка. Пока они идут, подходит госпожа Сабиха и смотрит на них сзади. И они идут навстречу друг другу с Диланом, говоря: «Я предстану перед тобой». После того, как Дилан сказал Дилану, что есть много вещей, которых ты не знаешь, из глаз Дилана текут слезы, когда он смотрит на него. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.